Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi jana vallabha giribhara dhari. Gopi jana vallabha giribhara dhari. Yashoda nandana braja janara. Yashoda nandana braja janaranjana. Yamuna tira vanashari. Yamuna tira vanashari. Jaya Radha Madhava. Gopi jana vallabha giribhara dhari. Yashoda nandana braja janaranjana. Yashoda nandana braja janaranjana. Yamuna tira vanashari. Yamuna tira vanashari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Nidai Gaura Premanande.
Ом намо Бхагавате Васудевайам. Ом намо Бхагавате Васудевайам. Ом намо Бхагавате Васудевайам. Хари Кришна, дорогие преданные, так примите мои смиренные поклоны. Я хочу вас поздравить с божественным, священным днем явления Шрила Прабхупады, нашего Ачарьи, основателя Исконной Вибхути, великого Ачарьи, который дал этому миру, фактически западному миру, открыл Хари Кришна Махамантру и сознание Кришны, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту, Шри Чайтанья Чаритамриту, эти бесценные послания Господа, будучи уполномоченным Господом и всеми ачарьями, Он передал всем нам, и мы очень счастливы, что мы хотим дружить, служить, сотрудничать именно в центре, держа Шрила Прабхупаду, его наставление. Шрила Прабхупада сказал, что он никогда не уйдет, он просто будет жить в своих книгах вечно. И когда Шрила Прабхупада сказал, что он не уйдет, но будет жить в своих книгах вечно, мы должны это понимать, как он это сказал, это так на самом деле. Это не было какое-то аллегорическое понимание, это реальность, и потому что святой вайшнав и сам Господь, и его окружение вайшнава, они живут всегда в звуке, они живут в своих наставлениях и в своем киртане, в своей катхе, в своем примере, и они вечны, как и мы все вечны, но они на самом деле отличаются от обусловленных душ Господь и его окружение тем, что они не отличаются от своих наставлений тела. То есть звук, который исходит от обусловленной души и понимания, и они отличаются от абсолютной истины, потому что они фактически, эти звуки, они нечисты, они исходят от искаженного сознания. Звук и наставление, которое исходит от личности, которую он в чистом, освобожденном состоянии, вечный спутник Господа, как Шрила Прабхупада, этот звук очищает каждого, и эти наставления тоже очищают каждого, и каждый, кто соприкасается с Шрилой Прабхупадой, его исходящим от него чистым звуком трансцендентным, слушая его киртан, баджан, читая его книги. Книги – это записанные киртаны, так говорится священными, святыми ачарьями, что книги – это записанные киртаны. То есть человек воспевает, святой ачарья воспевает в форме книги. Это воспевание, чистое воспевание, но оно просто пишется в форме книги, потому что в данный момент, когда Кали-юга наступила, память у людей – память фактически заменяют священные писания. У людей нет памяти. Раньше вот как было? Духовный учитель говорил один раз, и один раз, услышав ученик, он все запоминал. Такая совершенная память была. А сейчас книги заменяют память обусловленной души. Эти книги сам Кришна, Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. И Бхагавад Гита – это слова Кришны, это Кришна Катха, Шримад Бхагаватам – Кришна Катха, когда воспевают Кришну его преданные близкие спутники. И это все Шрила Прабхупада комментировал, дал, он сказал, что это экстазы моей преданности, что это сам Кришна написал эти книги, они не отличны от Кришны. Сам Шрила Прабхупада, читая свои книги, очень вдохновлялся и попадал в глубокое сокровенное чувство восторга сознания Кришны. Он восторгался, вот насколько Кришна гениально сделал это, написал эти книги через него, его посылая в этот мир, только с одной целью, чтобы все мы, наши братья и сестры, которые в этом мире живут и не знают о сознании Кришны, очистились от обусловленности, от страданий, освободились, вернулись в изначально счастливое состояние сознания Кришны. И Шрила Прабхупада настолько сострадательный ачарья, как и все наши ачарьи, он был послан всеми ачарьями и Господом Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы это сострадание он превращает в деятельность. То есть он это сострадание у Шрилы Прабхупады не теоретическое, как у некоторых, да, гуру, которые там как-то что-то там аскезы сделали где-то. Я лично встречался с таким гуру в Вриндаване. 12 лет он молчал, ничего не говорил.
гуру-имперсоналист, и стал знаменитым. Потом открыл 200 ашрамов во всем мире. И спокойно ест самосы свои любимые. И живет на том, что 200 ашрамов, все жертвуют, и его жизнь обеспечена. Но он это сделал просто молча. То есть он пошел в лес. Я спросил специально ученику, а как ваш гуру стал знаменитым? Он сказал, он просто 12 лет жил в лесу и молчал. Держал мауну. И все это знали и зауважали. Потом он открыл 200 ашрамов в мире, и вот так живет. Но какое благо людям этот гуру дал? Никакого. Потому что все мы души, мы активно хотим быть в блаженстве, в вечности, в знании. Просто молча, живя в лесу, мы не станем счастливыми. Да? Потому что душа, она активная, она хочет слушать, воспевать. Она хочет танцевать, петь, она хочет прославлять Кришну, любить Кришну, потому что Кришна наш вечный Господь, мы его вечная частица, и поэтому душа не может просто молчать в лесу и быть счастливым. И потом научить других тоже молчать, быть счастливым, что нету Бога, есть только беззвучное какое-то состояние, умиротворенность, но самосы очень я люблю. Я спросил, ваш гуру что любит? Я хочу ему не с пустыми руками прийти. Меня он постоянно интенсивно приглашал на встречу, потому что мы жили в одной гостинице, Читракуташами, и полковник отставной, который приехал жить и оставлять тело в Риндаване, он был его учеником. И полковник подружился со мной и постоянно предлагал встречи. Я сказал, давай я узнаю, что он любит, и купил у нас махапрасадные самосы в Кришна Баларам Мандире и пошел к нему. Да? Эта история очень интересная, влияние было на меня. И он молчал. Я сказал «Хари Кришна, намасте», он ничего не сказал. Ни «Хари Кришна», ни «намасте», просто кивнул головой. Ну, кивнул, я очень рад, что хоть кивнул. Но я сказал, вот это вам. Сразу я после «Хари Кришны», он перевел ему, что вот пришел наш сосед. Я сказал, это вам, я узнал, что вы любите. И дал ему целый большой пакет нескольких больших, огромных, острых, вкусных самос, залитых томатным соусом, подливкой вкусной. И он взял, и просто он это любил, и я узнал заранее, он взял и сразу реализовал. И этим он доказал, что душа хочет вкуса, хочет наслаждением. Он, хотя он молчал, но язык его хотел, хотел вкуса. И он этот вкус получил, как Махапрасад, милость, да, потому что Вриндаван настолько милости в Шрила Прабхупады. Он ему послал, вот тебе милость, Махапрасад от Шиши Радыша Масундры и Кришна Баларамы, твои любимые самосы. Таким образом Кришна ему дал милость. Он соприкоснулся с Прасадом, Махапрасадом. К чему я это? Что вот есть разные гуру, но Шрила Прабхупада, он пришел давать эти духовные вкусы всем нам, потому что мы ждем этого, все люди ждут духовные вкусы. Самый вкусный прасад, самая вкусная катха, Кришна катха, самое вкусное пение – это Хари Кришна Маха-мантра, Хари Кришна Киртан, Хари Киртан. Самое сладкое состояние, когда человек опьянеет вот этого, опьяненном состоянии от вот этих нектарных имен Господа, танцуется, кружится, да. И самое вкусное, и самое сладкое и возвышенное общение – это общение с Шрилой Прабхупадой, оставив своих учеников и внуков, общение с этими нектарными преданными, какими вы являетесь, внуки Шрилы Прабхупады, что вот вы стремитесь удовлетворить Шрилу Прабхупаду и служить ему как можете, предаваться ему, да? И вот это очень-очень возвышенное общение считается. Шрила Прабхупада это движение создал, чтобы мы имели вот дружбу, сотрудничество, общение друг с другом, и в центре, держа наставление Шрилы Прабхупады, захотели его порадовать. И сейчас, сегодня священный день явления Шрилы Прабхупады, это день Нандотсавы, то есть после Джанмаштами появился Шрила Прабхупада, явился в этом мире, это просто особый знак. Есть несколько очень глубоких лекций Шрилы Прабхупады про Вьясапуджу, что значит Вьясапуджа, прославление духовного учителя. И мы прочитаем одну из этих лекций. Это лекция 5 сентября 1969 года в Гамбурге Шрила Прабхупада дал на тему Шри Вьясапуджи. И некоторые моменты, если я
почувствую, что нужно что-то сказать, я что-то спонтанно скажу, да. Но буду читать в основном лекцию Шрилы Прабхупады, но и, ну, может быть, что-то спонтанно скажу, если посчитаю это нужным. Итак, Шрила Прабхупада. Теперь мы можем обсудить в этой среде. Вы можете рассказать о том, какой опыт общения с духовным учителем вы получили. Вы можете говорить, любой может говорить. Шрила Прабхупада здесь говорит на хинди. Они могут остаться и принять прасад, сказал Шрила Прабхупада. Почему вы уходите? Пожалуйста, сядьте. Все на хинди. Мукунда. Мукунда Госвами, ученик Шрилы Прабхупады. Намам Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхакти Веданта Свами Нити Намине, перерыв записи, Шрила Прабхупада. Духовный учитель – это не так, что это какой-то обычный человек. Духовный учитель – это истина. И что такое эта истина? Истина – это самсара даванала лидалока траная каруня ганаганатвам. Это Шри Гурва Аштака, Шрила Вишванат Чакраварти Такура. Весь мир в пламени материальных страданий, тройственных страданий и личность, которая уполномочена освобождать людей из этих материальных страданий, называется духовный учитель. Пример приводится в этом стихе. Самсара Даванала. Даванала – это санскритское слово. Английский эквивалент этого слова – forest fire, лесной пожар. Точно так же, как в лесах этой страны иногда случаются пожары, и правительство создает службы пожарной охраны, которые тушат этот пожар сверху. Кстати, мы сейчас можем заметить недавно, там много пожаров в России тоже, да, вот. Тушат и тушат. И в Турции пожары, и в России. В этом направлении предпринимается так много усилий, но лесной пожар возникает. И что такое этот лесной пожар? Лесной пожар никто не хотел, чтобы в лесу начинался этот пожар, но он возникает сам собой. И когда лесной пожар начинается, все живые животные в лесу, они приходят в большое беспокойство. Они не могут спастись, они погибают, в особенности змеи. Потому что змеи всегда завистливы, поэтому они погибают первыми в этом лесном пожаре. Очень интересный момент, да? Почему змеи погибают первыми в джунглях? Шрила Прабхупада говорит, они не могут спастись, они погибают первые особенности змеи, потому что они завистливые. Другие животные, тигры, остальные животные, они убегают, но змеи, они ползают. Они не могут убежать. В большинстве своем они сгорают. Вот это какое-то наказание, это тело змеи. Да? Другие животные хоть на какое-то время бегают от пожара в джунглях. Да? Но змеи не могут бегать, потому что пожар быстрее, чем змея может ползать, и сгорают. И в этот материальный мир сравнивается с лесным пожаром, потому что никто не желает испытывать никаких беспокойств. Но беспокойства возникают. В действительности я вижу это. С тех пор, как я приехал в эту страну в 1965 году, были преследования, прогонялись, менялись правления, министерства. Вы понимаете? Они являются членами независимой нации. Прежде они были независимы. И что это за никчемная независимость? Вы понимаете? Просто глупость. Независимости не существует. Но мы думаем, я независим. Здесь я могу предположить, конечно, что если это все на хинди, Шрила Прабхупада говорит, скорее всего, там индусы пришли на программу тоже. Может быть так, да. Ну, я думаю, я независим. О, эта нация стала независимой, я должен стать независимым. Точно так же один из моих студентов сказал, что хотел быть анархистом. И так эти ложные отождествления, измы продолжают существовать. Люди вводятся в заблуждение. Вы понимаете? Анта ятандхайр упан яманас. Шримад Бхагаватам 7.5.31. Практический пример. В моей стране, в Индии, я был тоже своего рода последователем Ганди. В 1920 году я присоединился к движению сопротивления и оставил свой институт. То Шриле Прабхупаде было там 24 года.
Сегодня Шриле Прабхупаде 125 лет. То есть круглая дата. 125 лет Шриле Прабхупаде сегодня. И 24 года, в 20-м году, я оставил свой институт ради движения сопротивления Ганди, потому что программа Ганди заключалась в том, чтобы объявить бойкот британским образовательным институтам. И так большинство из студентов университетов, я тоже, ушли. Я сдал мой заключительный экзамен, бакалавр гуманитарных наук, но ушел оттуда. Шрила Прабхупада учился в Шотландском колледже. Там на английском все было. Я не появился там и присоединился к этому движению. И, к счастью, в 1922 году я встретил также моего гуру Махараджа. И он в нашу первую встречу, я не знаю почему, он сказал мне: ты должен проповедовать эту философию Господа Чайтани по всему миру. Я ответил: но мы зависимая нация же, кто будет слушать нас? В мире никто не слушает какого-либо человека, принадлежащего к зависимой нации. Поэтому прежде всего мы должны завоевать независимость. Я был в то время молодым человеком, и меня тоже вводили в заблуждение различными способами. Да? Но духовный учитель меня спас. Бхактистан Сарасвати Госвами Махараджа спас меня. И долг духовного учителя спасти живые существа, которые испытывают такие большие трудности из-за лесного пожара. Это долг духовного учителя. Самсара Давана Лалида Лока. Весь мир охвачен этим пожаром. И точно так же, как в горящем лесном пожаре, мечутся из стороны в стороны. И некоторые из них умирают. Точно так же, как весь этот мир. И как можно погасить пылающий огонь? Невозможно послать туда бригаду пожарников. Или невозможно достать какие-то горшки с водой и пытаться погасить этот бушующий пожар. Это невозможно. Тогда как погасить его? Мы заметим, что Шрила Прабхупада задает очень разумные вопросы в беседе и отвечает на очень важные разумные вопросы, которые человек должен сам задавать себе, но не додумывается. Тогда как погасить его? Вопрос. Погасить его возможно тогда, когда в небе появляется туча и льется непрерывные потоки дождя. Тогда лесной пожар потухает, да? Не с помощью выдуманных средств, а с помощью научных средств, да? Пожарники или огнетушители мы изобрели так много всего, но если горит лес, то все это бесполезно. Ничем невозможно воспользоваться. Единственное, чем можно воспользоваться, единственным средством являются непрерывно льющиеся потоки дождя и тучи. Кстати, они стреляют тоже. Есть специальные патроны, там серебряные или свинцовые, специальные, я видел по телевизору. Кроме всего, что они там самолетами, вертолетами там закидывают порошками, чтобы тушить пожар, еще стреляют в тучи, чтобы дождь шел, потому что он знает, что это спасение, дождь. Стреляют, иногда помогает это, кстати, но не всегда. И Шрила Прабхупада говорит: это устраивает Бог, это не то, что сделали вы. Вы не можете создать тучу. Это то, что устраивает Господь. Туча, она существует. Да? И пожар устраивает Господь, и тучу. Все. Да? Гана-ганатвам. Каждое слово Шрила Прабхупада объясняет. Самсара даванала. Гана-ганатвам. Милостивый, как дождевая туча. Почему приводится этот пример? Вопрос задает Шрила Прабхупада. Когда из тучи идет дождь, вода проливается в несравненно огромном количестве. Да? Харибол. Но если вы хотите заливать все водой, ведром воды, как долго вы будете это делать? Ведром воды. Идет большой пожар, правда? И духовный учитель означает, что он должен быть как туча. Как это возможно? Это возможно, говорит Шрила Прабхупада. Это возможно следующим образом. Если он следует цепи ученической преемственности духовных учителей. Вот почему возможно. Тогда это возможно. Он должен получить силу из высшего источника. Да? Как вода льется из тучи, да? Потому что там очень большое количество воды.
и по воле Господа льется дождь, потому что туча набрала эту воду. Вот. И он говорит, что пропадает. Тогда это возможно, он должен получить силу из высшего источника. Тогда это возможно, неся свое учение, давая свои уроки, лесной пожар, который пылает в нашем сердце, может быть погашен. И личность, получающая такие духовные наставления от действительного, обретет удовлетворение. Таков наш процесс. Итак, самсара даванала лидалока, траная каруня, гана ганатвам, праптася каляна гунарнавася, ванде гуроши, чаранаравиндам. Теперь это преемственность духовных учителей. Это не что-то сложное. Конечно, мои ученики, они оказывают мне так много почтения, но все это почтение отношу за счет моего духовного учителя. Я ничто. Шрила Прабхупада говорит, я ничто. Как, например, почтальон. Как, например, почтальон несет одно письмо. Он не несет ответственности, что написано в письме. Он просто доставляет письмо. Но долг в точности исполнить указания почтмейстера, есть такое понятие почтмейстера, да? И передать письмо нужной личности, в этом и состоит их долг. Подобным образом эта система парампары выглядит точно так же. Каждый из нас должен стать духовным учителем, потому что мир охвачен огнем. Ты можешь дать им просад. В сторону смотрит Шрила Прабхупада в это время. Кому-то говорят, ты можешь дать им просад. Теперь, конечно, в наше время все очень спутанно. И чтобы понять духовного учителя, духовный учитель это не значит, что что-то изобретается. Просто исполняется указание духовного учителя. И все мои ученики, присутствующие здесь, которые чувствуют себя в большом долгу передо мной, я тоже чувствую себя в долгу перед ними, потому что они помогают мне в миссионерской деятельности. В то же самое время я прошу их всех стать духовными учителями. И в чем состоит их долг? Все, что вы слышите от меня, вам необходимо распространить, ничего не прибавляя и ничего не извлекая оттуда. Да? Тогда все из вас, все из вас станут духовными учителями. Такова наука о том, как стать духовным учителем. Духовный учитель это не какой-то. Стать духовным учителем это не что-то удивительное. Просто необходимо стать искренней душой. Вот и все. Еще раз прочитаем. Духовный учитель это не какой-то, стать духовным учителем это не что-то удивительное, просто необходимо стать искренней душой, вот и все. Эвам парампара праптам имам раджаршайо виду, Бхагавадгита 4.2. В Бхагавадгите говорится, по цепи преемственности эта система йоги, описанная в Бхагавадгите, передавалась от ученика к ученику, но с течением времени эта цепь преемственности была утеряна. Поэтому, Арджуна, я рассказываю тебе снова ту же самую философию. То есть, во всех югах это действует, да? Особенно в Кали-югу это действует сильно, что прерывается эта цепь. Что значит прерывается? Кришна, Господь Шри Кришна 5000 лет назад сказал, да? Еще раз Бхагавадгиту Арджуне и Бхагаватам Шукадева Госвами сказал. И потом, пока услышали это немножко свежо, передали этот Бхагаватам из уст в уста, а потом через 100 лет, 200 лет, 300 лет или 500 лет, начинается периодичность, что вот теряется, забывается эта философия, покрывается материальной энергией, и периодически Господь посылает еще кого-то, да, еще кого-то. Вот Будда пришел 2000 фактически 600 лет спустя и восстановил тоже как бы какие-то моральные принципы, да? Это тоже аватара Господа, воплощение Господа, да? И Господь Шри Чайтанья Махапрабху 500 лет назад пришел и совершенно по-иному демонстрировал, как нужно предаваться Кришне в реальной жизни Кали-югу, да? Вот. Таков метод, пишет Шрила Прабхупада. Просто если мы, поэтому ведическое знание называется шути, просто человек должен слушать это правильно, усвоить его и затем применять его в своей жизни, а также проповедовать. Очень интересный момент. Тогда каждый станет духовным учителем. То есть, что говорит Шрила Прабхупада? Первое, что он сказал, ты должен ничего
не прибавлять и не убавлять от того, что ты по парампаре услышал, да, от ачарьи. И ты должен услышать это знание от представителя парампары, да, от духовного учителя, который ничего не убавляет, не прибавляет. Второе. Человек должен слушать его правильно. Правильное слушание значит внимательное и смиренное слушание. Это Шрила Прабхупада объясняет Шримад Бхагаватам. Два важных качества. Внимательно и смиренно. Тогда зайдет это знание. Второе, Шрила Прабхупада говорит, усвоить его. И усвоить этого, его означает, затем применять его в своей жизни. Усвоить это означает поверить по-настоящему в это знание. Когда внимательно и смиренно человек слушает, у него происходит изменение в системе ценностей. И он верит в это. Усвоить означает реально поверить в это. А потом применить его в жизни, это означает, вера становится реализованной уже. Полный, когда он, если серьезно поверил, он начинает жить в этой жизни. И также проповедовать. Потому что человек обязан, когда он услышал духовное знание от истинного духовного учителя, усвоил его, применил его в жизни, и это означает, он очищается, и да, одухотворяется, очищается его сознание, он должен также проповедовать. Тогда каждый станет духовным учителем. Чайтанья Махапрабху говорит, Амара Агьяя Гуру Хана Тара Эй Деш, Яре Дека Таре Каха Кришна Упадеш. Чайтанья Чаритамрита Матха Лила 7.128. О мои дорогие ученики, я наказываю вам, все вы должны стать духовными учителями. Просто исполняйте мои указания, вот и все. И каково твое указание? Указание то же самое, Яре Дека Таре Каха, Кришна Упадеш, Кришна давал наставление Бхагавадгите. Если вы будете просто исполнять наставление Бхагавадгиты, как она есть, я публикую эту Бхагавадгиту, как она есть, потому что на книжном рынке было так много ложно интерпретированных Бхагавадгит. Но это не тот метод, при помощи которого нужно представлять Бхагавадгиту. Бхагавадгиту нужно представлять такой, как она есть. Бхагавадгите просто говорит, что Кришна – верховная личность Бога, но большинство книг на английском языке, известных нам, они пытаются убрать оттуда Кришну. Это то, что они пытаются делать. И что это за Бхагавадгита? Так делать нельзя. Кришна – верховный. Вы должны говорить, что Кришна является Всевышним. Это значит проповедовать Бхагавадгиту. Итак, сегодняшний день называется Вьяса-пуджа. Вьяса-пуджа означает Вьяса-дева. Веда Вьяса, написавший ведийскую литературу, он верховный духовный учитель, потому что он дал нам духовное знание. В Шримад Бхагаватам говорится «Нараянам намаскритя нарам чайва наротамам дэвим сарасватим Вьясам». Шримад Бхагаватам 1.2.4. Итак, Вьяса. И это место называется сиденье Вьясы. И духовный учитель должен быть представителем Вьясы. Тогда наставления будут полными и благо будет обеспечено. Я не хочу отнимать у вас много времени, говорит Шрила Прабхупада. Сейчас мы будем распространять прасад. И еще одновременно Вьяса-пуджа означает отмечать день рождения духовного учителя. Это называется Вьяса-пуджа. И сегодня в этот день Нандотсава, к счастью, 73 года назад, я родился в этот день. И этот день, фактически, вот эта речь, именно день Вьяса-пуджи Шрила Прабхупады. День своего рождения, Шрила Прабхупада говорит. И сегодня в этот Нандотсава, к счастью, 73 года назад, я родился в этот день. И этот день Нандотсава тоже очень счастливое событие, потому что после того, как родился Кришна, Махараджа Нанда, отец Кришны, он отмечал Утсаву, праздник. И этот день называется Нандотсава. Нанда и Утсава соединяются, называется Нандотсава, да, читается Нандотсава. Я немного расскажу о Нандотсаве. Еще немножко осталось, и мы закончим, ребята. Я немножко расскажу о Нандотсаве, говорит Шрила Прабхупада. Нанда Махарадж, он был немного стар, когда родился Кришна, и некоторые из его друзей пришли, чтобы поздравить его. «Мой дорогой друг, у тебя появился сын в таком преклонном возрасте!» И Нанда Махарадж отвечал своим друзьям, «Как вы можете говорить, что я стар? У старого человека не может появиться ребенок!»
Интересно, да? Я молод. Это описывается в Шримад Бхагаватам. И все жители деревни. Потому что вы знаете, Вриндаван это деревня. Большая деревня. И Нанда Махарадж управляет этой деревней. Вриндаваном. И все люди пришли с поздравлениями по случаю рождения ребенка. И это называется Нандотсава. Пришли с подарками. И один браман, он произнес очень хороший стих в связи с этим. Он сказал: «Шутим апаре смритим итаре, паратам анье бхаджанту бхава битим, падьявали Шрила Рупа Госвами». Кстати, это часто цитируют Шрила Прабхупада. «Шутим апаре смритим итаре». Что означает? Есть различные виды ведической литературы. Шрути, смрити, Махабхарата, Веданта. И он говорит, пусть другие читают шрути, ведийскую литературу, Веданта Сутру, Упанишады и множество другой ведийской литературы. Пусть другие читают это. Но я пришел сюда, Ахам Иха Нандам Ванде. Я пришел, чтобы выразить почтение Нанда Махараджу. Да? Почему ты оставил все и пришел выразить почтение Нанда Махараджу? И Шрила Прабхупада вопрос задает и объясняет. Яся Парам Брахма. Потому что во дворе его дома ползает верховная личность Бога. Люди пытаются понять, кто такой Бог, а Бог ползает во дворе этого дома. И поэтому я не нахожу никого более великого, чем Нанда Махараджа, и предлагаю мое почтение Нанда Махараджи. Такие чувства испытывает преданный. Обычно те, кто следует путем спекулятивных измышлений или гьяна марга, они в конечном счете достигают понимания, что они едины с Верховным, абсолютно истинный, Святой Дух, наверное, да? Ахам Брахмасми, Брихат Араньяка Упанишат 1.4.10. Ахам Брахмасми, значит, я Брахман. Ну и что? Но преданное служение настолько прекрасно, что преданный не удовлетворен, думаю, я един со Всевышним. Но благодаря своему служению он становится более велик, чем Верховный. Как, например, Нанда Махарадж, он не стремится стать единым с Богом, но он выполнял такие суровые эпитимы, что стал отцом Бога. Это возможно. Преданный настолько велик, что он может обращаться к Богу, как к своему сыну. Конечно, это очень тонкая наука, духовное знание. И сегодня празднуется Нанда Махотсава, потому что отец Кришны Аджопи Сан Авьяятма Бутанам Ишваропи Сан, Бхагавадгита 4.6. Там говорится в Бхагавадгите, хотя Бог нерожденный, и Он является Верховным, все равно, привлекаясь любовью преданного, Он принимает его как своего отца и появляется как его сын. То есть, если вопрос зададут, почему Кришна проявился как сын, Нанда Махараджа ответ, Он привлекся его любовью. Его именно той любовью, что именно Нанда Махарадж особым образом так сильно хотел из всех, да, чтобы Кришна был его сыном. И сегодня очень хороший день, говорит Шрила Прабхупада. Сегодня явился Кришна. Верховный Господь явился как сын Махараджи Нанды. И здесь приготовлено немного просада от Нанды Махараджи. Вы можете разделить его всем и наслаждаться. Спасибо вам большое. И еще есть заключительная часть, которую мы тоже прочитаем. Шрила Прабхупада говорит, все эти восхваления в мой адрес, люди со стороны могут подумать, этому человеку льстят, и он слушает восхваления в свой адрес. Но это на самом деле не так. Это проверка, насколько они серьезно воспринимают послание, и они выражают свои чувства. И все это передается Верховной Личности Бога. Как все это пришло через канал ученической преемственности, так все эти прославления также будут направлены к Кришне через эту ученическую преемственность. И это не то, что принадлежащее одной личности, это вещи необходимые. То есть Шрила Прабхупада говорит, что вот эти прославления, истинный духовный учитель, как он посылает, они пришли как проверка, и он взял это, послал Кришне. Как только духовный учитель что-то берет себе, которое жертвует ради Кришны, он сразу не проходит проверку. Он в этот момент неистинным становится. Как только он отпустит и пойдет наверх, то, что ему жертвуют,
жертвуют деньги, жертвуют жизнь, жертвуют служение, разные вещи. Если он не передаст Кришне, значит, он в этот момент задержал это, значит, он жадный, значит, он неистинный. А когда он чистый, он просто с любовью передает, он себе ничего не хочет задержать. Вот это истинный духовный учитель. Вот. Как, например, в военном обучении, пишет Шрила Прабхупада, офицеры их учат различными методами, столь разными методами. Подобным образом это тоже обучение сознанию Кришны, это чувство чистого сознания будут восприняты Кришной. Эти чувства чистого сознания будут восприняты Кришной. Я очень благодарен всем вам, что вы развиваете сознание Кришны. Я саньяси, вы знаете, я приехал сюда с пустыми руками, и вы поддержали меня. Что я могу сделать для вас? Я буду просто молиться Кришне. С другой стороны, нельзя удовлетворяться. Это вы уже поняли. Вот и все. Нет, это нужно распространять. Как, например, в моем пожилом возрасте я приехал в вашу страну, помня наставления моего духовного учителя, пытаясь передать их другим людям. Все вы молодые юноши и девушки, возьмите это послание и распространяйте его. Все страдающее человечество обретет счастье. И в этом состоит наша миссия. Еще раз, все вы молодые юноши и девушки, возьмите, пожалуйста, это послание и распространяйте его. Все страдающее это человечество обретет счастье. И в этом состоит наша миссия. Большое вам спасибо, сказал Шрила Прабхупада. То есть, я помню, как только познакомился, сознанием Кришны через книгу Шрила Прабхупады, и вот эту книгу, когда я читал первый раз, я помню, постоянно Шрила Прабхупада говорил важнейшие вещи, но у меня осталось в памяти, что он постоянно говорил, в первую очередь, Кришна, 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 постоянно Кришна, постоянно цитировал, что Кришна – Верховная Личность Бога. Столько было Кришны. Мне показалось, когда я читал эту книгу сначала, мне показалось, что просто на каждом предложении есть Кришна слово. Вот такое. Я долго думал какой-то один раз посчитать, сколько в Бхагавад-гите имя Кришна, но так и не сумел сделать, но, наверное, когда-то время будет, я это сделаю. Мне интересно просто. Много. Но мне, я сейчас, когда сейчас читаю, чувствую, что тогда мне показалось гораздо в 100 раз больше Кришны, чем сейчас. Я просто смотрел перед глазами всегда Кришна, 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 Верховная Личность Бога, а мы его слуги, и нужен духовный учитель. И я вот не знал, откуда найти духовного учителя. И я там нашел место, где Шрила Прабхупада пишет, человек может найти истинного духовного учителя или Кришну принять своим духовным учителем. И это потом много лет спустя я понял, почему Шрила Прабхупада это пишет. Потому что есть ситуации у людей, когда они просто физически не могут общаться с духовным учителем. Физически. Где-то находится в таком далеком месте, где никого нету. И когда приходит это, как бы, это наставление, что или и гуру, или сам Кришна может быть твоим учителем, вот это нужно понимать по месту, времени, обстоятельствам. Это не так, что все, которые прочитали это, скажут, ну, легче принять Кришну духовным учителем, тем более, что я его не вижу. И всегда ум, если что-то говорит, может сказать, это сказал Кришна из сердца. И я пошел делать то, что сказал Кришна. У меня есть такие примеры несчастные. Инициированный дважды преданный говорит вот такие моменты. Мы беседовали, к сожалению. Он, ну, говорит, какая проблема вообще следовать принципам, не следовать принципам 4. Там вообще нет проблем. Все решает Кришна. Я говорю, ну, конечно, если человек решителен, он следует. Нет, говорит, здесь вопрос не в решительности. Я говорю, а в чем вопрос? Он говорит, вопрос в том, что все решает Кришна, а не мы. Кришна захочет, ты этому принципу последуешь. Не захочет, не последуешь. Кришна захочет, детей займешь. Не захочет, не займешь. Кришна захочет, выпьешь вино. Не захочет, не выпьешь. Не, я говорю, стоп, брат. Стоп, как это? Откуда это все? Такого нету. Есть вещи, которые Кришна хочет, а есть вещи, что мы хотим.
Кришна вообще зачем должен хотеть, чтобы мы грехи совершали, мясо ели, пили вино, не соблюдали? Это наше именно решение. Мы хотим, а другой вопрос, что Кришна видит, что мы очень хотим жить в этом мире или нарушать принципы, он говорит, ладно, раз ты такой слаб, ну, выбираешь это, я не давлю на тебя, выбирай это. Да? Но другой вопрос, что это не он решает, не он говорит. Ну вот, я не стал спорить, но понял, что вот этот момент понял, то есть вот этот момент, что мы должны делать для служения гуру, если мы приняли гуру, и что гуру должен делать. Я когда сказал Кришна, я не имею возможности гуру принять, будь моим гуру. Я даже не знал в это время о Параматме. Ну, я прочитал Бхагавад-гиту, но толком не понял. И потом он, мой детский друг Акилешвара Прабху, очень милосердный, преданный, кстати. Вчера мы поздравлялись. И он, я его спросил, он более искушен был, раньше принял сознание Кришны. И он меня объяснил. Тогда он не был инициирован, Артур его зовут, но он более погружен был. Он объяснил про Параматму. Он сказал, во всех сердцах, в сердцах всех живых существ реально Параматма. И стал примеры приводить. Что все вообще, все буквально, что творится, без санкций Параматмы не случается. И как он стал примеры приводить, у него очень разумные свои примеры, отработанные примеры. И очень повлияло на меня. Я стал, значит, я когда молюсь, вот у меня нет сейчас гуру, возможности общаться с ним, все далеко, все закрыто. 80-й год и не подпускали, вот 86-й год. Тогда вот, Кришна, будь моим духовным учителем. И Чайтя Гуру, духовный учитель сердца, вечный гуру, фактически действовал. Как я только стань моим духовным учителем, скажи, что делать дальше. Он сказал, дальше иди другие книги читай, дальше иди встречайся, найди преданных. И я действовал. Я не знал это, как случается, но это так. И поэтому Шрила Прабхупада, когда сказал, кроме искренности ничего не нужно, вот это правда. Ты просто должен хотеть. Господь в сердце у каждого из нас. Если ты хочешь найти истинного гуру, 100% Господь тебя приведет к истинному гуру, или он придет к тебе, или ты пойдешь к нему. Да? И поэтому для желающей души, желающей духовно очищаться, прогрессировать, нет никаких препятствий. Не может быть, потому что сам Господь в сердце всегда, вечно находится. Нет никаких оправданий, что у меня нет общения с гуру и так далее. Гуру всегда с тобой, всегда с искренним человеком. Даже если он за 3000 километров, если мы искренни, у нас есть связь с гуру через его наставление. Через его наставление в ванне мы можем всегда с ним общаться. Как только мы исполняем наставление Шрилы Прабхупады, мы должны знать, вот сейчас я пою гуру пуджу. Это наставление Шрилы Прабхупады. Я сейчас распространяю книги. Это наставление Шрилы Прабхупады. Правда? Правда. Я сейчас читаю его книги. Это его наставление. Да? Я сейчас стою утром на Мангаларати. Я следую этим четырем принципам. Да? Я принимаю только Кришна Прасад. Что бы ни говорил Шрила Прабхупада, если я помню, что это я служу его наставлением, делая ради его удовлетворения, я ученик. Да? Значит, я послушный и смиренный ученик. Значит, в этот момент Шрила Прабхупада со мной через свои наставления. Я ему служу, его словам служу. В этот момент, когда я делаю то, что иди, пой харинаму ради людей, иди распространяй книги, давай людям просад, сам принимай просад. Все, что бы я ни делал, следуй этому. Да? Так изучай книги. И тогда я с ним, и он вечно со мной. И если я это делаю бескорыстно, постоянно, с любовью постепенно, да, чтобы он был доволен, гуру был доволен, как и какой пример подал Шрила Прабхупада, тогда яся прасадат бхагават прасадо, яся прасадат нагати кутопи, последний стих, да, курваштаки. Если гуру доволен, духовная жизнь ученика достигает успеха. Если гуру недоволен, крах наступает, то есть ученик не прогрессирует, потому что он не удовлетворяет гуру. Поэтому спасибо вам большое за все ваше служение, что вы делаете, сделали в миссии Шрилы Прабхупады. И я уверен, что ни одно мгновение служения ради
Шрила Прабхупады и его искренних последователей, которые мы совершали и вы совершали, не пропадет никогда. Потому что каждое, вот, каждое служение, каждую секунду правильное поведение в служении Шрила Прабхупаде, да, его миссии, и его движению, и его представителю нашему Дикшагуру, каждый вот этот шаг, каждая секунда, если мы правильно действуем, следуя именно четко, не прибавляя, не убавляя наставления гуру и представителя Шрила Прабхупады, нашего Дикшагуру, мы в это время удовлетворяем Шрилу Прабхупаду и всю гуру Парампару, и Господа Шри Чайтанью Махапрабху, и шесть госвами. Все удовлетворяются. Если Шрила Прабхупада доволен, да, тогда все будут удовлетворены, потому что гуру один, как говорит Шрила Прабхупада. Это означает, что сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Нитянанда Прабху, шесть госвами Вриндавана, все ачари, Шрила Прабхупада, его представители, которые наши духовные учителя, Дикша, Шикша, все они говорят, гуру один, значит, говорят одну и ту же истину и подают пример совершенного поведения. Поэтому вечная истина и гуру, настоящий гуру, он вечный. Его слова чисты, вечные, и поэтому у нас есть все шансы. Остается просто решать нашу позицию. Мы должны свою позицию сами решать. Мы хотим предаваться, хотим изучать, что такое предание Кришне через книги Шрилы Прабхупады, хотим реально внедрить в нашу жизнь это учение, которое дал нам Шрила Прабхупада. Хотим достичь результата полного предания и чистого бхакти. И хотим другим помочь тоже в этом. Это уже наша позиция, позиция ученика. Ученик, если искренний, он выбирает такую позицию. Да, я хочу. Хотя трудно, может быть, но я хочу. Хотя препятствия возникают, могут... Даже часто, у некоторых преданных очень часто возникают препятствия, у некоторых нет. Но если даже каждую минуту возникает препятствие, что я не должен предаваться, я решительно хочу, я буду, я хочу. Это позиция ученика. Вот это изъявлять желание, вот это есть искренность. Искренность есть изъявлять желание, я хочу, во что бы то ни стало, преодолеть все препятствия, изучать путь предания, как Шрила Прабхупада дал, внедрять этот путь предания в свою жизнь и достичь результата чистого бхакти, вернуться обратно к Богу и помогать еще обязательно, потому что это наставление Шрилы Прабхупады, его личная просьба, он просит, пожалуйста, людям давайте эти книги и это сознание Кришны. Да? Вот позиция наша должна быть эта. Мы проверяем себя так, я хочу, насколько я хочу решительно следовать по наставлениям Ачарьи-основателя, его божественной милости, Абхайчарана Равинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада, ки? Нитай Гаура Премананде. Спасибо вам большое.